Ты постоянный зритель «Оранжевого утра»? Тогда прими участие в акции «Оранжевый автобус» и готовься к оранжевым майским каникулам. 8 мая 40 победителей отправятся в славный город Ярославль, где их ждут обзорная экскурсия по городу, катание на теплоходе и знаменитый планетарий. По будням с 4 по 30 апреля в эфире «Оранжевого утра» с 6:30 до 8:00, позвони в прямой эфир по телефону 36 66 66, отгадай ребус и успей занять свободное место в автобусе для себя и своего ребенка. Подробности акции на сайте 6tv.ru и в официальной группе Оранжевого канала ВКонтакте. Наш вкусный спонсор – кафе «МакКинг».